Народився 1 лютого 1939 року у Києві. Відомий журналіст та фотокореспондент. У радянські роки працював у Комсомольській правді та літературній газеті. Був автором та ведучим програми Конюшня Юрія Роста на НТВ. Останнім часом оглядач нової газети: мешкає у Москві. Юрий Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Приятно, что мы сегодня с вами встречаемся, и вдвойне приятно, что вы родились когда-то перед войной в Киеве. Вы помните Киев послевоенный, когда уже могли что-то осознавать? Ну, конечно, помню. Что это за город был? Что это был за город? Ну, у меня представление, конечно, было о Киеве, когда я возвращался. Мы вернулись в 1944 году в феврале то есть практически через 4 месяца после освобождения. Как вы знаете, 7 ноября uh -huh. 43-го освободили. В это время мы были в Грозном с театром, а в феврале, в конце февраля мы вернулись. Я думал, что он так мне рассказывал, мама, папа рассказывали, что на холмах, и я представлял такие холмы, как дети рисуют, знаете, такие с грибами и там домики стоят. Он был разрушен. Мы жили на Пушкинской, получили две комнаты на Пушкинской в 19-м. Рядом с театром. Номере. Рядом с театром, да. Причем, поскольку отец был на костылях, то надо было, чтобы он выходил с перв... в первый этаж, а Окна на втором желательно было. Так и получилось. Поэтому там была э, не квартира отдельная, которую он мог получить, а две комнаты в огромной коммунальной квартире. Там было 12, по-моему, соседей. Э, Крещатик был разрушен, это я помню, потому что мы ходили там практически, но если не тропа, то маленькая дорога была. Э, кирпич. Остатки стен, и мы по вот этим развалинам... Крысы? Крыс? Крыс я не помню. По всей вероятности, поскольку дома их не было, крыс, а так на улице днем ходили, не видели, я не помню. Мы собирали артиллерийский порох, такие колбаски. На Крещатике мы собирали и ходили туда, в парк Шевченко, к университету. Там, видимо, батареи были, и там находили. Ну вот, в общем, разрушено было очень много. Потом, я помню, немцев, военнопленных, которые разбирали эти завалы. Как их вешали, вы видели на Нет. площади? Мы пошли с друзьями на площади Калинина. Их вешали, и какой-то умный мужик мы пришли посмотреть. И он нас завернул и отправил. И проследил, чтобы мы ушли, пока это все было. Поэтому мы знали, где эти виселицы были, но нет, не видел. К счастью, потому что я думаю, что это совершенно ненужные были впечатления. А военнопленных немцев видели очень много и таскали им еду. Они нам делали такие самолетики примитивные. Таскали еду? И да, ну а как же? Конечно. А что удивляться, если в блокадном Ленинграде я писал в свое время о Ане Гороховой, которая работала на последней работающей печи в Питере. И там у них была очень высокая смертность, потому что когда человек не видит хлеб, это одно дело, а когда он видит хлеб и получает те же самые 250 грамм, и даже крошки они не могли брать. И тем не менее, когда гнали по Московскому проспекту немцев, эти тетки уже все они поверженные, чего там, голодные, и им бросали хлеб. Так. У вас была какая-то жалость по отношению к немцам? Вы видели в них людей? Ну, у меня была, да, конечно, конечно. Еще если учесть, что наша соседка работала бухгалтером в лагере для военнопленных. Я даже туда как-то ездил, потому что они там что-то шили, что-то они там делали. Но я видел, это уже затравленные, поверженные люди, они же уже не были, не воевали. Да и потом, какая часть из них была идейных нацистов? Думаю, что незначительная так же, как и идейных бойцов с нашей стороны. Очень многие сибирские ребята тоже не особенно уж хотели идти э, воевать, погибать. что известно, что э, пехотинец выдерживал, ну, 2-3 атаки. Я помню, как-то в Киеве мы встретились со Смоктуновским, который э, участвовал в освобождении Киева, и мы как раз разговаривали на эту тему. И он рассказывал, как он участвовал, что он выдержал две атаки, и, счастью его там ранило или не ранило, но, в общем, уцелел. Отца спасло то, что он был тяжело ранен под Ржевом и не оказался в ржевской операции, которая была губительной для огромного количества 42 советских году. солдат. Да. С 41 на 42 там. Вот. Я убит под Оржевом, да? Да. Ну, В безымянном болоте. Тем, 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 тем не менее, очень долго про эту операцию вообще мало кто писал. Но вот то, что его тяжело ранило, его успели эвакуировать, это его спасло. Вы происходите из очень интеллигентной киевской семьи. Кем ваши родители были? Мама после войны не работала вовсе, она была красавицей, но не поэтому она не работала, но действительно, я нашел сейчас, к сожалению, умер мой брат, двоюродный Миша, ну он как родной был, и мне дали фотографии, я там нашел, ну фантастические совершенно красоты, и, там и его мама, Катя, тоже была красивая, а моя так была просто чистый Голливуд. Она не могла работать, потому что отец был актером. Он пошел на фронт 27 июня 1941 года. А поскольку он был грамотный, его сделали под литруком роты. Это человек, который должен был вставать и бежать. Он актер. Он мог, он мог быть во фронтовой бригаде, как были многие актеры. Это тоже было бы совсем неплохо и тоже отважные люди. Но вот он он такой был. Они как-то вместе разговаривали э, и решили это с Виктором Некрасом, а, э, Некрасовым. Они дружили, потому что Некрасов еще и актер был, кроме того, что он был архитектор, а впоследствии был выдающимся совершенно писателем и гражданином. Вот. И его ранило под Киевом первое ранение было. Через, к счастью, легкая. Через некоторое время он вернулся в строй. И уже под Москвой было тяжел... тяжелейшее совершенно ранение тазобедренной суставы в легкое. И он лежал а, в госпиталях. Уже его эвакуировали. И мы с мамой... Мама уже обслуживала его, потому что он не мог надеть ни ботинок, ни брюки. Красавица мама. Красавица мама. Ну и что? Мама его любила, отца. Они так, в общем... Как-то их и знали так Миша и Нила, так маму Нила называли, называли почти все даже мои друзья. Но ну, так за глаза, ну, говорили, ну как Нила приезжает, никогда не говорили ни о Нила Георгиевна. А Мишу отца называли баба Миша, там, дядя Миша, ну как на юге бывает это часто. Вот, так что... В каком театре отец играл? Отец э, играл в Тюзе. Угу. До войны ТЮЗ был на Николаевской, сейчас там сквер. Напротив, сейчас, по-моему, кинотеатр там Украина, да, там был цирк. Да, чин... да. Там да, был да, цирк. Да. Вот, начинал он вообще в цирке а, с первой женой и со своим братом. А потом он был в ТЮЗе, собственно, там они и жили некоторое время. А мама жила на Николаевской, поэтому в окошко выглядывала. Там и, ну, не встретились. Проходя, в общем, в роддом его увезли из театра, а вернулись мы уже на Тарасовскую. Но это я После не помню. войны отец в театре не играл уже? Нет, это интересная история. Не совсем так. То есть совсем не так. Отец вернулся с фронта на костылях, начали работать театры. И естественно, он как... Такое, сейчас принято говорить ветеран, а тогда он фронтовик был. Фронтовик, он был инвалидом сначала первой группы, потом второй. Вот, ему стали искать работу. Значит, Нашли ему работу э, директором филармонии. Но ну, он совершенно актер не может этим заниматься. Он пошел э, на студию Довженко и там занимался дубляжом фильмов на украинский язык. Потому что были передвижки, их вот эти фильмы делали для Украины, для западной Украины, дублировали на украинский язык. Кроме того, он вел футбольные репортажи параллельно с Синявским, с Вадимом Святославовичем, да, которого что? я знаю, с 46 -го года, может быть даже с 45-го. Отцу строили такой настил, и он на крышу стадиона Динамо, на костылях, по этому настилу поднимался. И они так стояли два микрофона, и он на украинском вел там 15 минут. На репортаж. Радио, когда... радио. Да? радио, да? радио. Угу. Как телевидения Конечно. же не было. А Синявский на, на русском. русском, да. Потом они спускались, шли в замечательное заведение, которое около стадиона «Динамо» было, сейчас нет, сейчас там какие-то сувениры продают «Динамовские». А раньше там был пивник. Разливайка. Пивник, пивник, да. петушок. Замечательное было место. Кстати, стадион «Динамо» до 1937 года, я тоже узнал, назывался стадион «Динамо» имени Микола Ивановича Ежова. Это я увидел на этой фотографии. потрясающей фотография, где она замечательной красоты там стоит, а сзади стадион имени, имени Ежова. А потом в этот же пивник они ходили в другом составе, но уже в таком более киевском, с великим русским режиссером Борис Васильевичем Барнетом. Иногда вот из, еще кто-то к ним присоединялся. Некрасов, я помню, один раз был. Потому что они меня тоже брали, ну и я там грыз какую-нибудь конфету, пока они сидели и разговаривали. Так вот Барнет сыграл э, в жизни отца, можно сказать, решающую роль. А он, будучи сам человеком мощным очень и таким сильным, его привлек вот этот вот человек на костылях, и он узнал, что это киевский актер который пошел добровольцем на фронт, воевал, и он придумал отцу в фильме подвиг разведчика, который он снимал там сорок седьмом году. Скадочников, да? Скадочником, Романовым, Михаил Федоровичем, который жил в нашем дворе а -а -а. и великий. И, щас, и, да. и сам же Барнет там играл генерала, там Мартинсон играл, Бучма. Там, там компания-то была «Будьте здоровы». И фильм будет... И сейчас можно смотреть. Отличное кино. Да. Этот фильм весь растащили на цитаты. Вы болван Штюбинг. Дети говорили, по-моему, уже лет 30 прошло после этого фильма. 47-й год он вышел. В 47 году да. он вышел, да. Вот. И он придумал отцу роль. Тогда это было очень трудно, потому что если нет в сценарии, то нет в фильме. И тем не менее, там какого-то немецкого офицера, который стоит, не двигается, и они с Мартинсоном, папа с Мартинсоном, стоят значит, и докладывают генералу, которого играл Михаил Федорович Романов, великий русский артист, лучший Федя Протасов. Да, в живом трупе. Да. И со словами. Эпизод маленький, но этот эпизод сыграл очень важную, как я, я сказал, что такую важную роль, потому что он заставил отца поверить. И он ему сказал, они потом ездили на рыбалку, на черторой, сейчас там уже люди живут, а там мы переезжали на этих катерах туда, через затон или как, и ездили на, на черторой, на этих лап, лаптях ходили, там рыбу ловили, выпивали. И он говорит, ты давай тренируйся, ты можешь вернуться на сцену. И он вернулся. Он вернулся на сцену, он научился ходить, и ему было очень трудно, потому что там у него был сустава не было, поэтому у него не было подвижности Тогда в по таз, суставе, и он не мог сидеть нормально. То есть он должен был сидеть либо как-то так, либо так. Но он такую походочку себе выработал и такие у него один ботинок был на на катурне, потому что там не хватало ноги, и он да, он работал. И куда? Получил, в ТЮЗ вернулся? В тюзе, в, тюзе. в ТЮЗе он работал. Там я познакомился, но теперь с Романом Виктюком он там начинал, между прочим. Или, может быть, не начинал, но работал там. Может быть, он уже был не такой блестящий, как, как тот ТЮЗ, который довоенный, но все равно это была работа нормальная. он снимался немножко, чуть-чуть, ну и озвучивал. Вы окончили Киевский институт физкультуры. Почему? Ну, хороший вопрос. Почему, почему я его окончил? Потому что я был успешный студент, поэтому я. Нет, оконч... нет. Почему именно почему физкультура? Конечно. У вас времени не хватит, если буду подробно. Вы спортсмен были, да? Я был спортсмен, да. Я был спортсмен. Я плавал, играл в водное поло, причем ну как, я не могу сказать, что я блестящий, я был ленив, но очень пластичен. И за счет этого я хорошо лежал на воде, скользил. Ну, в общем, в общем, у меня были достижения. Я выиграл матч э, четырех городов. Москва, Ленинград, э, Киев, Львов. Там, где были очень сильные э, спортсмены. Я выиграл у одного будущего олимпийского Чемпиона Кузьмина Валя и еще у Новикова. Потом я выиграл спартакиаду школьника в эстафете, правда, играл в водное поло. А... Мне сначала хотелось поступить на факультет журналистики. Но как-то потом не получилось. Я вместо этого купил заработанный честный, честным плавательным трудом на, на заработанные деньги мотоцикл, и приехал. И вообще получилось так, что я не, не поступал. То есть не провалился, видимо, в самом начале. Память не сохранила выдающихся событий этого периода. Зато потом я взялся за ум. А пошел в вечернюю школу Для того, чтобы не забыть Ну как там по блату Я уже не помню В общем, меня взяли в вечернюю школу Чтобы не забыть то, чем я занимался Я закончил вечернюю школу Одновременно Мы В школе -то Я учил Немецкий язык А тут я пошел Английский еще учил Немецкий забыл, правда. Почему оказалось, что у меня два аттестата зрелости, что позволило мне легко поступать сразу в два, подать документы в, в два вуза. Ну, это возможно и сейчас, если в творческий ты поступаешь, что-то там раньше. Я подал документы на факультет санитарно-гигиенический факультет строительного института потому что профессором этого строительного института был мой дядя чемпион советского союза по метанию молота георгий дебенко красавец такой еще бы молот метать да вот были такие два выдающихся молотобойца канаки и он. Вот. Но там я благополучно провалился. И слава богу. Может, конечно, да я провалился бы все равно. Это неизбежно было. И второй аттестат у меня лежал в институте физкультуры, куда я с удовольствием пошел. И там в плохую погоду сдал экзамены и был зачислен на спортивный факультет, на отделение плавания и водное поло. И, в общем, мне очень повезло, потому что там, там были очень толковые люди. Это было большое заблуждение о том, что Киевский институт, я не знаю, как я в других не учился, и в Лезгов, то говорят, был в Питере, тоже очень сильный состав преподавателя. А у нас были просто интеллигентные люди, там два Вражесневских, да, Иван Викторович и Виктор Викторович. Просто интеллигентные люди. Даже один такой, как бы Иван Викторович, такой был профессор. Он мог прийти в одном белом тапочке, в одном черном тапочке. Не потому, что он был такой модный. Он просто не обращал на это внимания. Да, просто интеллигентный человек. Да. Профессор Теппер был у нас одно время. Он, по-моему, был ректором моего. А его сын потом был он был профессор фехтования тоже было красиво. Там замечательная была кафедра анатомии. если кто хотел э, поучиться, то там был профессор колесников, который читал нормальную анатомию в медицинском институте. я записался в кружок и ходил там и получил приличное естественное образование, потому что там был э, психологию преподавал профессор Горкин тоже такой довольно странный человек. Мы там занимались препаратами, но ну, это целая история бурсы. Ну, в общем, самое большое достижение что я был чемпионом Института физкультуры по, по баскетболу. <свят> но ну, вы в результате закончили Ленинградский государственный университет, факультет журналистики и пошли работать в комсомольскую правду. 69 нет 67 по 79 годы если я правильно да, говорю вы работали да. в комсомолке да. в замечательной в ту пору газете собравший замечательно в, в ту пору я подчеркиваю да, собравший блестящие перья да. один другого лучше что Правда. не перо то имя а, скажите что за атмосфера была вот казалось бы застой да самый такой рассвет начинался застой тем не менее Работали прекрасные люди, писали прекрасные материалы, и газета была на высочайшем уровне. У вас была свобода творчества тогда? Ну, я думаю, что э, существовали целый э, ряд ограничений, безусловно. Но сама атмосфера в газете была такой, что цензоры. Помогали, ну, скажем, Славе Голованову или Володе Губареву. Голованов был гениальный совершенно. Yeah. Мой близкий очень друг и гениальный журналист, не только научный. Губарев научный журналист был. Они помогали им выбирать темы, обходить. У нас там был центр, я, не, не, к сожалению, забыл. По-моему, Варламова была фамилия. Николай Николаевич. Они приходили к нему и говорили, Николай Николаевич, что можно про ядерные взрывы писать? Он, он им Смотрел и говорил, вот это вот можно. Ну, и комсомолке дозволялось больше. Нет, немножко. нет. у них реестры были, все, просто цензоры были э нормальные. А что касается, что касается свободы, то ты сам выбирал какие-то вещи, и мог, э и мог в рамках э определенных, ну, так мне казалось, тобой интересов мог заниматься. Во всяком случае, придумывать какие-то вещи любопытные можно. Можно было, можно было писать о хороших людях. Да? Но писать о хороших людях можно было, поместив их в реальную среду обитания. И эта реальная среда выглядела не всякий раз привлекательной. Очень часто как бы позитивные, как принято говорить, материалы, они с большим трудом проходили, но тем не менее редакторы, которые тоже были, далеко не дураки. Там какие редакторы были? Ну, Аджубея я не застал. Там был замечательный человек Юрий Петрович Воронов, человек, который взял на себя публикацию материала, за которую его точно должны были снять и сняли с этой должности, и потом сослали в ГДР. Что за Там... материал? Он связан с Украиной, кстати. Было несколько таких образцово-показательных красных директоров, как сейчас принято говорить, или, или героев. Одним из них был Соляник, капитан-директор китобойной флотилии Слава. Слава это был ну, такой бренд наш. Вообще они были нормальными браконьерами они заскакивали в 200-мильные зоны на этих быстрых суденышках, там стреляли быстро этих китов и тащили этих китов на разделочную палубу Слава. А там что делалось? На самом этом огромном пароходе, где был капитан-директор, там был какой-то кошмар. Ну, не Вентиляции не было, при этом они там... Шиковали. Налево опускали продукцию. Ну, ну в общем, то, что, Понятно. То, то, о чем писать нельзя было. И об этом написали. Аркадий Сахнин написал о, ну, об этом статью и принес эту статью Воронову. И Воронов прекрасно понимал. Тогда вообще нельзя. Но ну, в отдельных магазинах нет отдельной колбасы. Вот это вот можно было. И эм, секретарь или, или председатель Райсполком вот это можно было. Секретарь обкома вообще был да, недоступен. Неприкосновенный. А Соляник член бюро ЦК Компартии Украины был. Или член ЦК, боюсь соврать. А то сейчас мне скажут, что я вот не знаю историю. Но во всяком случае, с ЦК связан, член ЦК. Воронов посмотрел, сверстали технические работники, сверстали в металле этот материал. И точно по тому размеру, который, по материалу, который там стоял. Потом Воронова отпустил всю дежурную бригаду, дежурного редактора, всех. Оставил только технические службы. И сам своей воле поставил этот материал. Все. Сняли. Это был поступок. Да, его сделали через неделю там по воле Суслова, что ли, еще, или еще кого-то. Его сняли, сделали ответственным секретарем трамплин. Нельзя было полностью так сразу. Ответственным секретарем правды на месяц или полтора, а потом сослали в ГДР. А если учесть, что он блокадный поэт и блокадный мальчик, переживший, у него все-таки не было такой уж высокой толерантности по отношению к немцам после войны. Ему было тяжело. Он понимал, что люди разные, но тяжело было это. Сахнин потом писал Брежневу книги Малая Земля, Целина Возрождения был одним из авторов, да? Знаете, если вы хотите, чтобы точно было. Точно. Да, то я думаю, что вот, там было много авторов. Многих я знаю. Многих я знаю. Там участвовали очень многие. А, может быть, и Сахнин, не знаю. Потому что там привлекались многие. Они, кстати, не получали денег за это. Ну, они там могли получать какие-то ну, какие там преференции там в квартире там или еще куда-нибудь в продвижении по службе. Ну, там бывали трагические трагические истории, потому что один из людей, который писал Целину Правдинский корреспондент, он пришел и сказал, я хочу быть редактором сельского отдела. Ему говорят, ну как ты будешь редактором сельского отдела? Там есть редактор, а потом у тебя еще нет. Он говорит, по моим книгам развивается сельское хозяйство. То есть он писал, он участвовал. Но там были достойные люди, которые делали это черное дело. В общем, сейчас я смотрю снисходительно на это. Конечно. Совершенно. Потому что эти люди никого не предавали. Они создавали, создавали ну, славу все равно ироническую Леониду Ильичу, который, кстати, не был таким уж людоедом. Не худший был, да? Да. Соляник слетел с должности или нет, после этой публикации? Никогда, после, после таких публикаций никто не слетал, потому что все становятся на защиту. Ну, чаще всего люди, если ты хорошая напишешь, тогда могли завистники, там, выдвигаешься, вылезаешь. Какой у вас самый сильный материал был, на ваш взгляд, в «Комсомольской правде» тех лет? У лица? меня? Да. <кười> <кười> вот номер один. Это такой провоцирующий вопрос. Вы, это, знаете, вы точно абсолютно должны были жить в сталинское время, потому что тогда точно надо было определить первая балерина, да, была, ну, допустим, Уланова, там лучший танцовщик Чубакиане, там лучший актер, игравший, не знаю, мне дороги многие материалы, независимо от того, маленькие они и большие. Ну, перевернувшие в вас лично материалы были. Меня... что у меня? Я ничего, я как бы бессознательно это делал. Я делал то, что чувствовал. Я знаю, что Оценивали разные. Но вот один из таких важных материалов, я могу вам сказать, один из важных, да, таких, был материал рядовой войны Алексей Богданов. Мы приехали с моим другом Правдюком Витей, приехали в Севастополь, он сам вышел, от, он оттуда, он севастопольский. Мы приехали на празднование 30-летия освобождения Севастополя, по-моему или празднование 30 летие обороны, сейчас я боюсь соврать. Я увидел там закованных этих... Матросов. Матросов, летчиков, в орденах. Потом еще была такая мода носить эти значки. Где-то в сторонке стоял в плюшевой кепке и в кителе, в черном морском кителе с чужого плеча в Галифе явно великоватым. С четырьмя медалями такой человечек. Человек. Я подошел к нему, говорю, как вас зовут? Он говорит, меня зовут Богданов, Алексей Богданов. Я говорю, очень приятно. А где вы откуда? Я из Каргополя. Я, говорит, сюда приехал, я не оборонял Севастополь, но тут сын мой погиб. Вообще, говорит, у меня все дети погибли. У меня мурашки такие. И я поехал к нему в Каргополь. И написал материал. Это был, между прочим, 70 наверное, четвертый год. Угу. А, а сколько написал... детей у него было? У него 11 было детей. И все погибли. Все погибли. Погибли, все сыновья погибли на фронте, а все дочери погибли от голода, и мора и от болезней. И когда. Он взрослый человек, его прислали в армию, когда ему было 41 год, он косил. И он прошел путь своих детей. То есть там, где они оборонялись, он освобождал. Это было невероятно совершенно. Я ходил все время, мы ходили с ним, он в этой плюшевой кепке. Я говорю, 4 года он провоевал. И Медали, говорит, сколь положено за каждый год у него по медали было. Это пахарь был такой рядовой войны, не герой, который там бросился под танк, подбил 800 самолетов или 600, я не знаю. А вот просто на ком, собственно, держалась вот эта вся армия и Россия страна. И мы ходили с ним. Там, это Карб, Каргополь, это же красоты, угу. город невероятный. Там деревянные церкви. Север, да? Север, север. Русский да. север. Да. Каменные церкви, деревянные мостовые. Это было конец лета, наверное. Конец, конец. Я все думал, как бы его сфотографировать. И пацан крутился какой-то на велосипеде, видите, я с фотоаппаратами. Я смотрю, он через забор перелез, этот пацан нарвал в палисаднике. Полисадники нарвал цветов, такой букет, и дал Богданова. Я и с этим букетом его сфотографировал и написал текст. Текст, в общем, небольшой. Там было, по-моему, страниц 6. Сам его сверстал в центре фотография. Он странным образом, там вокруг. Вот четыре колонки, две колонки текста и И он как-то странно получился вроде золотого течения. Во всяком случае, близко, близко к этому. Но он так, он условно по размеру 2 к 3. Это я сейчас скажу, почему, почему я вспоминаю. Я отдал этот текст, его прочли. Я отдал эту фотографию, ее поставили. Правда, взяли и замазали купола церквей сзади. Если бы сейчас это было, я бы, или попозже, потом, когда я писал о Сахарове, это уже, там уже другая была ситуация. А, а там я даже не сообразил, что произошло. Я отдал, утром я увидел, смотрю, нет этих церквей. Дело не в том, что это композиционно потеряно. Это суть какая-то была дурная. Этот город, деревянные мостовые, я искал это. И смотрю так, как говорил Слава Голованов, Слава журналистская, это когда ты идешь в коридоре, и тебе кто-нибудь говорят, ну да, старик, ничего, ты написал хорошую заметку. А тут вообще произошла странная штука. Симонов Константин, который считался, ну, таким, в общем, военным корреспондентом. Номер один по войне. Да, он приехал к Панкину и сказал, что я вас поздравляю, потому что это 1974 год. Со времен войны не было ни одного материала о простом солдате. Это был первый материал. Вот я считаю, что это была очень важная публикация, если иметь в виду комсомолку. А на самом деле там полно было. Там было по существу... Стране, но ну, Украина-то знала, а страна не знала. Там был материала Марии Примаченко, угу. любимая моя просто родственница. Это я не знаю, я обожал. Гениальная бабу. женщина, правда? А -а -а. Баба просто гений. Баба была гений. А Федя ее сын, это брат мой. Но это все мы Катя и всех детей я знаю. Это, в общем, у меня с, с ними у меня длиннейшая история, о которой я могу просто полтора часа разговаривать. И несколько побед даже было, но ну, и одно было поражение. Победа – это была мост, который там построили, и асфальт, который дотянули до ее хаты. избы, хаты. А дальше уже не потянули, потому что там уже про это не писали. А поражение было, это я уже был в литературной, или в общей я уже был. Баба еще была жива. Так мы ее называли, любя, все. И, значит, я не мог позвонить. И я, значит, написал заметку, такая она называлась «Мария Федор». Такая ну, заметка, полоса огромная, старого формата, ну, А2. И там на украинском языке Кравчук был. Угу. Я, шанованный паны президент, там и все такое, на украинском языке написал ему прохание, чтобы становили Телефон. Прям там внутри материала. Что вы думаете? Встановили. Встановили. Приезжаю через какое-то время к бабе. Сидим мы. Ну, там как по обыкновению. Выпиваем Самогонка. сальцо, смаженное что-нибудь там еще. Рассказываем. История, она мне рассказывает сны. Федя мне рассказывает какие-то свои истории. Катя что-то там порается. Я говорю, ну давайте сейчас позвоним внуку. Она мне говорит, он не, он не работает. И тут мне Федя говорит, ты же написал, чтобы в Они пришли в Становылое. А чтобы подключили, ты же не написал. Я говорю, нет. Я думал, что в входит в это дело. От а Примаченко у вас картины дома есть? Есть. Много? Ну, могло быть значительно больше. Я ее обманывал. Я покупал у нее картины. Хотя она мне дарила довольно много. Но я считал, что надо создать клуб такой Примаченко. Маленький, маленький. Я, я подарил своему другу Гоги Харабадзе, которого, которого она очень любила, я приехал как-то привез Гоги, он был, это великий грузинский актер Георгий Харабадзе, вообще потрясающей красоты. Она еще хотела его женить на своей Небоге, но ну, ну, Небоге было там тогда 65 лет, а он просто с бородой был, она думала, что он старый. Очень, очень много ну, естественно, что у сына есть там, ну, много она мне дарила работы. Сейчас у меня нет, сейчас осталось немного, я уже никому ничего не даю. Произведение И... искусства, правда? А ты у меня спрашиваешь, да. что значит правда? Это высокое искусство. У меня был абсолютный кредит доверия у Марии Аксентьевны. Она мне отдала все свои работы. И мы сделали, ее ограбили несчастно, да, да, еще да. И, 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 ее с выставок не возвращали. Мы в Питере устроили выставку в манеже ее, и все работы вернулись в идеальном состоянии. Потом мы с Савеемчиком, такой искусство достроили да, да, да. здесь в Москве ее э, выставку э, в ЦДХ. А Федины работы мы хотели. Выставить, потому что солнце было прекрасное. Мы их выставили прямо на площадке перед СДХ. Это была такая красота. Я его ждал, он не приехал. Он сел в поезд, а потом выпрыгнул. Говорит, да, я не знаю, в этой коробке железной ехать. А бы конями, как Пушкин. Да-да, а так нет. Она была потрясающая совершенно человек. Она была умнейшая женщина. Почти необразованная. Она писала фонетическим письмом стихи писала и, и подписи у нее между прочим картинам стихотворные там такие зверы жили до нашей эры украинские порося килограмм, килограмм 70, 60 да. Да. но много но ума она была но ну, просто государственного но она пережила же все она пережила 30 э, голоды да. войну пережила раскулачивание там когда э, у нее отец был председателем колхоза, они там слепили бюст Ленина, и можно себе представить. Она его покрасила, и они на носилках носили на, на демонстрацию. Но потом э, все она, все прекрасно понимала. И государству не было нужно, правда? Тут странная такая ситуация. Они, я имею в виду государство, не, не тогда советское, не, не украинское потом, так и не сделали музея Примаченко. Она хотела. Они там построили хату, где она хотела учить. В самой болотне. Там была такая замечательная э, министр культуры Иванковского района, этого несчастного, который там половину Чернобылем накрыт. Она сделала какой-то музейчик там, который зали, залило водой. Ну, в общем, она не получила своего. Нет, и Федя не получил, и, и... Финал этой истории, что пришли люди и ограбили. К ней там заезжал какой-то из прошлых президентов, и, и еще кто-то, не помню, Кличко, по-моему, заезжал. Ну, как бы так в избу приезжали, когда уже ее не было Мария, уже к Катя не приезжали. Ну, только памятник на кладбище в болотне. Хороший памятник по ее, по ее рисунку. 79 -го по 94 годы вы были обозревателем и фотокором литературной газеты. Да, фотокором я не был никогда, ни одной секунды, нигде. Обозревателем литературной газеты. Да, да. Литературная газета э, в конце 70-х, в начале 80-х, это, наверное, единственный глоток свежего воздуха в среде интеллигенции. Потому что тогда, э, во-первых, э, тираж был огромный. Но это не во-первых. Во-первых, это была умная... Лимитированный тираж был 7 миллионов. Это была умная, качественная газета, где... там работали. Да, где работали под руководством члена ЦК КПСС Александра Борисовича Чаковского, который, я так понимаю, прикрывал это все. Ну, не так все просто. Александр Борисович, конечно, был царедворец и умный очень человек. У Александра Борисовича был заместитель в Который, собственно, и вел газету. Угу. А, а Александр Борисович, да, прикрывал. Приезжал он мог... иногда. Да, он приезжал, он мог сказать, ну что они там напечатали в мое отсутствие, они все там... Но на самом деле там была очень сильная команда. Там была и в первой тетрадке довольно сильная команда. Угу. Ну, там критики были хорошие. А вторая там была просто... Отдел вот расследования, где был Ваксберг, Богат. Да. Неля Логинова, потом туда молодые пришли Левиков, который экономическим занимался делом. Там там просто был Юра Щекочихин, потом пришел. Начинал уже. да там? Нет, он продолжал. Он начинал в Комсомолке. Начинал он даже не в Комсомолке, даже в Московском Комсомолке. Ну Лев прыгнул, я помню эти знаменитые. Это публикации, это в литературка, да. А в комсомолке он делал алле Парус. Мне врезалась почему-то в память ваша статья о Давиде Кипиани. Она, она вам защитники. врезалась, но она была не о, о Давиде Кипиани. Там была фотография Кипиани и маленькая врезка. А статья называлась «Игра в футбол». Да, это была, это была такая принципиальная штука, и ее мы не могли напечатать довольно долго. Понадобилась смерть генерального секретаря одного и еще недостаточное вступление в должность, чтобы эта статья была напечатана. Хотя она была о футболе, но, но по существу она была о, о какой-то некой системе. Там. Вы знали, что ее как э, сам издат передавали из рук в руки? Эту статью? Нет, я не знал, но я вам скажу. Была такая ситуация, когда э, Олег Битов там наш сотрудник. Не, не Андрей, не, да. Не Андрей, mm -hmm. а его брат. Ну, он там оказался в Англии, это отдельная история, и потом один из журналистов из международного отдела он меня пригласил и сказал, что вот, значит, да, вот считается, что это диссидентская такая статья, хотя, хотя как будто она была о, о футболе. Да, я в общем о футболе и писал но как, как э, замечательно в свое время сказал Виктор Степанович Черномырдин, у нас какую партию не создать, все, все КПСС получается, да, да. да. Так и тут, если про что честно не напишешь, все равно получается про систему. Ну, казалось бы, вот возьми и произнеси, мал, клоп, да вонюч. И обязательно кто-нибудь скажет, не надо это все-таки. вот Хотя речь идет, как мы понимаем, о, о насекомом. Правда? Ли? Да, абсолютно. Ну, а в литературной газете у вас была свобода творчества долгожданная или опять что-то мешало? Я всегда ощущал себя, в общем, нормально. Я не буду, не буду. Я делал, меня спасало то качество, от которого я сейчас страдаю. Я был ленив. Поэтому я не успевал выполнить то задание, которое мне давали. Из-за этого я должен был делать какие-то вещи, которые мне не давали. Таким образом, я должен был придумывать: я искал. И в результате я оказывался в каких-то местах всегда. Ну вот история, История... А, по крайней мере, когда это же в литературке было, когда я поехал в Ож mm -hmm. совершенно по-другому поводу. Это было после 1982 -го года, потому что там погиб один из альпинистов Леонид Трощиненко оператор но он на самом деле альпинист был просто ему не дали возможности там он в команду не попал и я поехал искать его на поиски и оказался в гуще событий этих страшных хорских событий резня да я на второй день там был я не понял сначала там едут еду из аэропорта на какие-то в троллейбусе автоматчики я там Лег на скамеечке подремать, меня разбудил такой был Клиниченко. О, да. Владимир Иванович, да. да, следователь. Ну да, вот он он. Серьезный человек? Серьезный. Он меня... Бабах! Я смотрю, он сидит, то есть стоит передо мной, говорит, ты что, с ума сошел? Тут стреляют, убивают. Или, оказывается, он там... Как вот этот, как важняк, бригаду был, возглавлял. Он уже был да. возглавлял, да. Они меня там затащили к себе, а дальше я уже мотался, поэтому, поэтому и написал про, про существу единственное, кто там оказался. Такая же история была в Тбилиси. Ну, вот то в тбилиси это вообще один там был из из журналистов. 9 апреля, да? Да. Так что. Ну, они мне не дали напечатать, да, в литературке. Но я напечатал в другом месте, я напечатал в молодежи Грузии. Вы считаете себя сегодня советским человеком или нет? По происхождению? Нет, по ощущения. Ну, по, по ощущению. А как советский? Я не знаю. Я тогда себя не считал советским, и сейчас я считаю себя человеком. Был такой великий трубочный мастер Алексей Борисович Федоров. Ну, отдельный разговор. Когда он был спор у него с моим другом Сережей Куприевым, такой был секретарь райкома, замечательный, потрясающий секретарь горкома комсомола, был потрясающий, потом система его сожрала, правда. И Сережа что-то сказал по поводу коммунистической нравственности. Этот Алексей Борисович ему говорит, так, нравственность, она просто существует, она прописана уже, ну, по крайней мере, 2000 лет, но ну, чуть поменьше, потому что когда Евангелие возникло. Она не бывает коммунистическая, капиталистическая нравственность, есть нравственность. Так что я себя ощущаю человеком. Я жил в то время, я был счастлив, только мы путали молодость со свободой. многие до сих пор путают.